Итак, подписчики и гости моего канала, всем привет, всем здравствуйте. Ко мне сейчас приходят посылочки постепенно. Дело в том, что я заказал штук 8 посылок с сайта AliExpress где-то дней 20-25 назад, и поэтому они постепенно сейчас приходят. Данная посылочка у нас... Так, это у нас бритва. Да, я заказал себе бритву. Вот такую, знаете... наподобие советской. Вот сейчас мы все как обычно вскроем ее, посмотрим целостность посылки. Вот нас встречает такая черненькая коробочка. Здесь мы это проверять не будем. Q-Shave. Ну посмотрим. Вот такая вот у нас бритва. Тут у нас мануальчик. И картиночки, как это все ставить. Мягкий, острый. Да, кстати говоря, у этой бритвы есть регулировка. Вот у нас сама бритва. Вот можете видеть сама регулировочка. То есть получается, держимся за верхнюю часть и крутим нижнюю. Вот, также сейчас посмотрим в коробочке, что у нас. Вот у нас лезвие. Китайские лезвия, да. Вот, будет интересно их опробовать. Так, ну вот так мы вскроем сейчас. Вот у нас такое вот лезвие. В принципе, знаете, как... в СССР. Вот она, старое доброе лезвие. Получается, как вот снимаем вот так вот, таким образом у нас снимается. Затем берем лезвие и вставляем. Все. Затем закрываем. Ну, все. Вот у нас все закрылось. Все готово. Кстати, можно сейчас будет посмотреть по регулировке. Вот, допустим, вот так вот зажму, да? Может быть, будет видно, как она будет заостряться. Вот я прокручиваю. И немножко видно, что у нас лезвие чуть-чуть... сместилась вверх. Вот так вот прокручиваю, и лезвие идет вниз. Вот, собственно, вот так вот. Получается, вот здесь одно лезвие, да? И в комплекте есть еще 4 штуки. То есть всего 5 лезвий. Вот, 5 лезвий и по 2 стороны использования, то есть, можно сказать, у вас 10 лезвий. Вот. Ну, очень круто на самом деле. Вот. В принципе, мне все нравится. Придраться мне не к чему. Все просто вообще идеально сделано, выполнено. Вот. Видим, что все у нас гладенько. Да, бритва довольно острая. Это вам не какой-нибудь Mac 3, где по 3, по 4, по 5 лезвий. Эта бритва, по идее, должна брить сразу. Начисто. Вот. Но потом уже отпишусь по ее использованию. Вот. Так что заказом я доволен. Вот. Все очень круто. Мне все понравилось. Все в идеальном состоянии. Посылка ко мне приехала за 17 дней. Это довольно-таки хорошо. Вот. Все меня устраивает. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем спасибо за просмотр.